Что лучше, КТ или МРТ? Зависит от того, что мы ищем, какую часть тела обследуем. Если интересует состояние легких, конечно, лучше компьютерная томография. Если интересуют кости, либо кровь, например, была травма, подозрение на перелом или на кровоизлияние, тоже предпочтительнее будет компьютерная томография. Плотные ткани лучше видны на КТ. На МРТ лучше видны мягкие ткани, например, мозг, межпозвонковый диск, некоторые внутренние органы, мышцы. Если вас интересуют мягкие ткани, лучше МРТ. Бывают ситуации, когда нужно сделать оба исследования. И КТ, и МРТ. Есть еще нюанс. При компьютерной томографии есть лучевая нагрузка. То есть это рентгеновский метод. МРТ метод без облучения. Можно даже при беременности. Простым языком о медицине и здоровье на YouTube-канале «Доктор Лисенкова».